Всем привет! Сегодня будем ловить на Вилейском водохранилище, на рабане. По прикормке взял лабик, ценная плотва и крупная рыба. Забегу немножко вперед, по дистанции 48 метров, становлюсь на елу перед ракушкой. Кормушка 50 грамм пулит, боковой сильный ветер. Невозможно было кидать. Иногда я использовал дюзы, но дюзы большие, 80 грамм. Так как пули неудобно было налаживать на резку.
много, угнала волной.